Эта тонкая работа должна начинаться с песни, говорит Гульжан Общем. Пенсионерка – мастер своего дела. С недавнего времени она вступила в ряды Союза женщин Байдебекского района. Подруги открыли цех по переработке листьев шелковицы. И теперь шьют из этого сырья разные изделия. Чтобы изделие было качественное, материал сначала сушат и отбивают, далее кройка и шитье. Чтобы получился вот такой валенок, нужно 300 грамм материала из листьев, плюс козья шерсть и 30 минут работы. Коллектив мини-цеха, состоящий из 6 человек, работает в разных направлениях. Одни изготавливают валенки, другие вышивают картины. Жадыра Таукель, Гульжан Общем вместе с подругой Айзадой делают шарфы. Коллекции из листьев тутовника уже дали первое название – «Гуль Общем». Мне очень нравится то, чем мы занимаемся. Товар у нас недорогой. Валенки по 2000, шарфы по 4000. Все делаем своими руками, вкладываем всю душу. У первой коллекции «Гуль Общем» уже есть и свои покупатели. От местных представительниц прекрасного пола из Шаяна поступают большие заказы. В будущем планируется наладить работу и с другими районами Южного Казахстана и увеличить количество мастериц. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».